В Днепропетровском историческом музее имени Яворницкого открылась выставка «Разнообразие религий нашего края». Около 400 экспонатов рассказывают о православии, католичестве, протестантстве и иудаизме. При этом основной акцент сделан на православии. Собранная Дмитрием Яворницким коллекция 600 предметов церковной старины является ядром современной музейной коллекции. Стоит отметить, что самым уникальным экспонатом этой выставки по праву можно назвать огромное, около 1 метра в высоту, православное надпрестольное Евангелие 18 века из церкви села Романково, сделанное из бумаги, дерева, металла, эмали и стекла. А также еврейскую Тору в чехле 19 века, изготовленную из пергамента и дерева.